рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 28 ноября на телеканале ПС состоится прямая трансляция с торжественной церемонии награждения многодетных матерей знаком отличия «Материнская слава», а также победительницы и участниц областного конкурса «Женщина года». Начало мероприятия в 17 часов. 29 ноября во Дворце спорта профсоюзов пройдет открытый Кубок Архангельской области по спортивной акробатике. В нем примут участие спортсмены от 7 до 18 лет из Архангельска и Мурманска. Смотрите прямую трансляцию соревнований на телеканале ПС в 13 часов. 29 ноября на телеканале ПС пройдет прямая трансляция фэшн-шоу «Пятый элемент». Мероприятие состоится в честь 15-летия модельного агентства Елены из «Спартака Резицких». Начало шоу в 18 часов. А 30 ноября на телеканале ПС смотрите прямую трансляцию Кубка мэра города Архангельска по танцевальному спорту «Снежная румба-2014». В соревнованиях примут участие спортивные клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Мурманска, Вологды, Череповца, Северодвинска, Новодвинска и Архангельска. Начало трансляции в 15 часов 30 минут. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639-720. Откройте город вместе с нами.